Лысые терьеры и поющие маламуты. В Донецке открылась международная выставка собак. Чтобы показать своих питомцев, в шахтерскую столицу съехались более 1000 участников из Украины и стран СНГ. Подробнее Александр Певтев. Перед началом выставки 14-летняя Элина Акалит тренирует своего питомца. Джека породы шицу она взяла на выставку из-за того, что он легко переносит дорогу. Вот глаза, но мы по ходу дороги просто прическу испортили. Вот. Ну, пока у нас просто обычный хвостик, будем удивлять позитивом. Годовалая Киара – единственная поющая собака на выставке. Голубые глаза, шелковистая шерсть и серый окрас. Ее хозяева привезли из Ростова. Это северная ездовая собака. Собака уникальна тем, что она с 9 месяцев заботится о детях разного возраста, катает их на санках, переносит и холод, и жару. А этот собачий дуэт покорил зрителей выставки внешним видом. Мира и Бумер – единственные в Украине представители породы голый терьер, которые смогли прижиться в условиях нашего климата. Родители у них привезены из Штатов. Абсолютно не растет шерсть, но все, что есть – 1 миллиметр. Их не надо ни депилировать, ни стричь, выщипывать. Собаки очень ласковые, в то же время очень неплохие охранники. Белоснежный окрас, безупречный нюх и преданность – так характеризует своих итальянских овчарок Елена. Питомцев она привезла с мужем из Днепропетровска. Это редкая порода марема-абруцкая овчарка, которая по сегодняшний день пасет овец в Италии. Является уникальной, потому что охраняет стадо изнутри. То есть они похожи на овец, как бы, и выходят из стада только когда чуют опасность. Марему-абруцкие овчарки покорили сердца сестер Алины и Миланы. В будущем девочки хотят обзавестись такой породой собак. Мне марему нравится. Почему? Такие белые, как медвежата, такие интересные собачки. Международная выставка собак проходит в Донецке третий год подряд. В этот раз, говорят организаторы, сюда приехало рекордное число участников. За день проходит чуть более 1000 участников. Естественно, согласно графика распределения пород по рингам. Следующую выставку проведут уже этим летом. Александр Певтев, Елена Витек, Виталий Богачук, телеканал Донбасс.